Привет, я Сергей и хотел поговорить сегодня с вами о героях. Каждый из нас хотя бы однажды в своей жизни мечтал быть героем. К сожалению, не у каждого это пока что получилось. У меня к вам хорошие новости. Настало время перемен. Я приглашаю вас на мероприятие, которое называется «Трансформация». Это будет особенная трансформация. Трансформация – глубокое погружение. Путь героя. В своей книге Джозеф Кэмпбелл, которая называется «Великий мономиф», описал законы жизни героев. И первое, что происходит с каждым из героев, герой принимает вызов и выходит в поход. В поход, но это поход не за деньгами и не за славой. Этот поход для того, чтобы встретиться с самим собой. Стать всем тем, кем ты хочешь и можешь стать. На этом мероприятии мы переживем с вами потрясающие, удивительные, глубокие вещи. Мы приручим своих драконов, справимся со своими страхами. То, что когда-то было нашими ограничениями, сделаем нашим ресурсом. И я говорю вам сейчас одно. Настало время побеждать. Время героев. Приезжайте, вы приобретете силу для своей жизни. И ваша жизнь точно станет другой. Она станет жизнью героя. Мы ждем вас. Спасибо.